Доброе утро, Раф. Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот вы из Киева ответили о том, что можно в определенные моменты наслаждаться действиями по отдаче. Скажите, вот как правильно это делать? Потому что я в этом вижу такую большую ловушку. Прямо. Мы можем наслаждаться тем, что Творец дает нам возможность давать друг другу. Я могу наслаждаться тем, что я нахожусь в действии по отдаче. В действии по отдаче. А не тем, что я могу наслаждаться тем, что я даю. Но это не как результат моего действия, а вот самим действием. Наука Каббала приводит нас к наслаждениям. И тут нам надо понимать, мне надо наслаждаться. Цель творения — наслаждение. Чем я наслаждаюсь? Ну вот как в той истории Рабаша, что я тащу чемодан Творца, и чемодан очень тяжелый, тяжелее любого багажа этого мира. А я наслаждаюсь, и мне это вообще не кажется тяжелым. Именно потому, что Творец мне кажется больше и выше всего мира. Это то, что нам нужно. Поэтому этим можно наслаждаться, что я тащу большой чемодан и не чувствую, что он большой, потому что воодушевление от того, что я наслаждаю Творца, покрывает все. Это называется «все преступления покрывают любовь». И тогда мы приходим к силам Творца, ну, действительно, к самому творению.